Здравствуйте, мальчики и девочки. Приглашаю вас, как всегда, в начале на сайт heroesportal.net. Заходите, общайтесь, узнавайте много-много информации интересной по нашим любимым героям. Также участвуйте в турнирах, скачивайте огромное количество карт и получайте удовольствие. А мы с вами в Рафе опять. Закончили мы. Ну, короче, нудный-нудный у нас идет продвижение, развитие героев. Короче, я их развиваю для следующих сценариев, поэтому можете смело эти видео, в принципе, перематывать. И как бы это дает удовольствие только мне, короче. Вот. Итак, этот у нас... А что она здесь делает, она у нас? Почему она здесь... затормозила. Так, посетила нас, посетила. Так, эта девочка у нас тут. Да. Так, городской портал у нее какой? Уитмон. Давай-ка ее в городской портал, Уитмон. И пусть она у нас там вообще посидит. До следующей недели. Так, давай вот еще здесь она у нас... Какой? Она у нас все... Нет, у нас эта девочка, да? Здесь везде побыла. Под землю ее? Под землю. Да. Тоже везде тут побыла. Нет, не везде. Вот зараза. Нет, тогда вот отсюда. Килдар. С Килдара она пройдет. Скилдара. Да, я вот так вот размеренно, нудно развиваю всех своих героев, потому что, ну, для следующих сценариев, чтобы они... Ведь уже у них какие уровни мощные, серьезные. Да. Вот так вот я делаю. Вот для этого всего. Так. Здесь у нас, ну, только, короче, гильдии магов надо везде строить. Да. Да я знаю. Они в городах сидят. Так, девчонка, поехала. Ты у нас... Угу. Один навык. Ну, давай атаки возьмем. Больше так. Посещено. Ты у нас знаешь все. Ты у нас здесь была. Тоже везде. А, это мы тебя сейчас просматривали. Да, это ты у нас везде тут все прошла. И тогда ты у нас идешь под землю. А у тебя артефакты есть? Чего это брелок? Да, делают ваше существование, проклятие. Слушай, может быть, тогда тебе есть смысл? Так, давай-ка. Так, ты у нас 1000, ты у нас есть у тебя? У тебя вообще ничего нету. Ты у нас здесь была, посещала... Так, тоже все посетила девка, блин, и нет, ты у нас, ты же у нас основная мудрость, вот тебе бы надо сейчас артефактов-то надавать, чтоб ты пошла, уровень себе подняла, да... Чтобы ты пошла и подняла себе очень высокий уровень. Чтобы ты изучил у нас магию. Так, ладно, давай попробуем мы. Вот его парня. Так, у тебя вообще есть тут артефакт? У тебя тоже нифига нету. Ну ладно, попробуй ей дать артефакты. Слушай, пусть она пока сядет в этом городе. Нифига у нее ничего нет вообще. Дай. Девка, короче, ну-ка ты сиди. Ау. Да. Не дает пройти он ей. Ладно, давай другими пока сходим. Так, эта девчонка у нас куда идет дальше? Тоже вон не посещено. Так, а мы вот так перескачем. Посетила. Так, здесь она у нас тоже все посетила. Посетила. Так, была. Ух ты, вот она где не была.
А у тебя есть артефакты? Да, есть артефакты. Давай тогда в этот город ты центральный, как его, Хайкастл. Сможешь ты в Хайкастл? Нет, не сможешь ты в Хайкастл. Уитман. Ты в Уитман сможешь шарахнуться. Ну, давай в Уитман. Давай в Уитман хотя бы. Давай в Уитман. И... Так. Иди тогда в Хайкастл. А, иди нафиг, ладно. Иди развивайся, ладно. Все, иди сама по себе. Так, пошла сама по себе. Ты у нас тоже не посетил, а ты у нас можешь, да, вот так вот колбаситься. Упс. Надо вообще сейчас все артефакты собрать в одном месте. Ага, увеличить количество производимых самоцветов на один в день. Так. А, еще раз. Ты тоже у нас нафиг не знаешь городской портал. Эксперт мудрость у тебя есть, да. Городского портала нету. Тоже надо колбасить. В городок в основной. Ага. Так, и теперь у нас основной поиск пути. Ну давай. Возьмем. Рейнджер ты у нас. Мудрость, в принципе, да, в принципе, неплохо. И шляться будет неплохо. Да, так неплохой парень получился. Итак, гильдия мага второго уровня. Давай, что она нам тут даст? Слепота. Так, точно. А, отлично. Сиди, набирай, чтобы у тебя побольше было. Очков заклинаний. Ты у нас есть у тебя какой-нибудь? Да, давай забери. Я хочу сконцентрировать, чтобы все было в одном месте у нас. Блин, смотри, тоже нету. Ай, тоже дверь измерений. Надо было тоже в городок посадить. Ладно, посадим завтра. А ты у нас... Опс. О, 150. Ты у нас чего это там? О, ты у нас интеллект. У тебя интеллект есть. Красавица. Так, посетила, посетила. Так, посетила. Итак, ты у нас везде бы. Ух ты, у тебя даже. Нет, у тебя городской портал дурацкий. И ты у нас. Да, и здесь все посетила. Послушай, пожалуй, ты везде, что ли, была уже? Да, так. Кроме как под землей. Короче, тебе под землю только сходить. И у тебя куча артефактов. Значит, давай-ка тебя... давай в городской портал. А потом... И отдай вот теперь вот так вот. Так, ты у нас с огромным количеством артефактов. С никаким количеством артефактов. Но уровень у тебя 15. Ага. 15, 16, 17, да. Есть. Ну, этот понятно. Вот этот вообще богатейший чувак. Просто богатейший. Блин. Тут, блин. Единственный, у кого нету. Да вообще крындец, блин. Давай. Ну давай вот так. Как он? Кадбироу, блин, какой-то там. Кадбироу. Вот. Даркбироу. Да. А, я же их всех выкупил, да? Да, я все выкупил артефакты. Гильдия мага второго уровня. Строим. Ладно, пока не строим. И у нас вот этот вот остается парень. Так, давай. Собирай все артефакты. И давай, отдавай там, пусть они идут развиваться. А ты, пожалуй, иди вот сюда потом. Да, на, отдай ей. Отдай, отдай, отдай. Пусть она... Вот, да, все отдай ей артефакты.
Не, пусть это кристаллов. Кристаллов в день нет. Пусть не продает. Так, кристаллы пусть оставит. Да не дай бог сейчас заколбасит их. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еще раз сможешь? Нет, не сможет. Блин, не туда. Шарахнул. Блин, я по дороге бы быстрее бы прошел. Да ладно, какая разница. Так, все. А, ты у нас, девчонка, да. Ты иди-ка в этот. Ну, у тебя вообще, блин, вообще с уровнем просто очень плохо. Ты у нас сейчас получила, иди все это загони. И, может быть, ты себе поднимешь немножечко как раз на уровень-то, ты себя и заколбасишь повыше. А, вот это еще тут может, да, тебе передать. А она какого уровня? 14-го, да? Тоже неплохо было бы ей. Ну ладно, давай отдай. Ух ты, пока ей все. Отдай. Это что такое? Брелок, дело, что не заклинаем проклять. Короче, давайте загоняйте все артефакты. Так, все, поехали. Следующий день. Сейчас что-нибудь где-нибудь будем отстраивать. Ты у нас 14 уровень. 15-16. Ты до 18 можешь нас догнаться. Так, поехала. Ты у нас вперед. Это тоже поскакала. А почему я не дверь измерений не включил? Да фиг его знает, почему не включил дверь измерений. Ага, не посещено. Так. Так. И надо вообще городской. Ой, да блин, не туда я шарахнул. А какая разница? Так. И еще раз. Так. Один навык. Так, давай защиту дадим. Защита мне больше нравится. Так, а ты сможешь еще раз, нет? Да, сможет, смотри, клево, просто красавец. Да ладно, ты вообще что ли будешь шарахаться? Ну-ка, сколько? Нет, по-моему, да, больше 4, по-моему, нельзя. А было бы неплохо. А что ж ты в городе-то не застрял опять? Надо было в город опять, блин, присесть. Ох ты, надо было в городе присесть-то, понабирать немножко. Так, стоп. Еще маги поплюсовать. Так, а ты у нас, девка, что делаешь-то? Ты у нас, значит... А, ты у нас дверь измерений. Тоже, что ли, у нас 13 уровень? Тоже маловато. По уровню. Тоже бы тебе бы артефактов дать. Везде ты была. По сути, раз, два, три. На 3 уровня прибавить только. Везде ты была, да, как я проверил уже. Да, везде побывала. Везде. Блин, я... Да забываю я. Ну, ребята, ну, простите. Посещено уже, изучено. Так, а поиск пути изучен. Так, изучено. И самое главное... Так, посещено. Не посещено. Да как же это так? Упс, блин, а чё вот ты не перескочил-то? У тебя же было. Ты, блин. Ладно, фиг с ним. Ай, ладно, не страшно. Так, тоже не посещено. Да ёпарный бабай. Взяла и перекрыла чуваку. А так он везде уже, в принципе, побывал. Да. Слушай, я хотел им идти куда-то биться вообще. Выучить поиск пути. А нужен ему поиск пути? Мудрость продвинутая. Вот ему бы неплохо было бы вообще. Артиллерия, магия земли. Логистика. Это у нас же рычагал перемещения по суше. Поиск пути тоже неплохо будет. Ну что, надо? Или ему интеллект все-таки дать? Эксперт интеллект. Не знаю. Так, здесь был. О, вот где не был. Так.
А тогда давай вот этот город, как его, Кандент. Давай в Кандент. Кандент. И теперь, и вот так вот. Как они прям мне нравятся, скачут. Вот, прекрасно. Два навыка защиты. Так, и где-то еще не был-то. Ну, под землей это у нас не было. Вот единственное, где-то у нас не было, это под землей. Значит, куда? Килдар. Давай в Килдар тогда. Да? В Килдар. Или в этот. Уитман. Ну-ка. Уитман, 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 Уитман. Так. Вперед под землю. Упс. Вот сразу так, хоп. Так, этот у нас вот самый основной парень-то. Который не был... Так, Lost Hold. Так, ты же у нас гуляешь, да? Lost Hold. Lost Hold. Прекрасно. Тысяча. Конечно, смешно. Ну, тоже ничего. Так, все прошлись. А, вот ты эта девка. А ты-то у нас чего? А ты-то у нас что стоишь, Саня? Санечка... А, это... Нет, подожди. Да, ты у нас... О, эксперт мудрый. Слава богу, а то я думаю... Блин, да как же так же-то? Санечка... А, 14 уровень у нас. Санечка. Санечка, 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 Санечка. Блин, везде была, что ли, Саня? Да, слушай, вообще везде побывала. 14 уровень у нас, смотри. Ну и что? Чего теперь делаем? Под землю, значит, идем, да? Да, Саня, идем под землю. 14. 15, 16, 17, да. Где бы вот еще бы ей набашлять? Килдар, под землю. Let's hold. Так, ну давай, ладно, под землю тебя. Давай. У тебя сейчас нифига не останется, да? Тоже заклинание не останется. 21 останется. Так. Продвинутая магия воды. Так. И давай опять Lost Hold. Ай. И давай опять Lost Hold. Ну, чтобы нагнать магию. А, слушай, а этой нету тут маны-то. А чё ей вихрь маны не построить? 1000 рублей же всего. Красота. Смотри. Опа, и у неё 380. Просто замечательно. Ну, просто прекрасно вообще. Опс. Вот это вообще красота. Чё я раньше вихрь маны не строил? Ну, вот это такой тормоз. Поехали дальше. Так. А ты у нас вообще... А, да. Так. Поехали. Теперь опять в город Lost Hold. Опять Lost Hold. Угу. Возвращаемся. И еще раз у нас... О, слушай, а можно тут что-нибудь это построить? Ну-ка, гильдию магов третьего уровня. Подожди, о, и логу Мантикор можно построить. Гильдию магов третьего уровня. Так, что она у нас узнает-то? Нифига она у нас... Не, там силовое поле, там, вот, что-то такое веселое. Так, и здесь она была? Да, была, вот здесь только не была. Да, здесь не была. Так что у нас как хорошо вот идет путешествие по измерениям. Просто вообще красота. Угу. Ну ладно, давай одну к атаке. И вот сюда у нас тогда Dark Barrow. Dark Barrow. Dark Barrow. Все. Слушай, интересно, если здесь вихрь мана. То опять? Клево, еще раз. Вообще красота, блин. Так, ну давай, девка. Будем жертвовать, да? Ах ты, блин. Так, жертвуем. Так, продвинутая. Красавица. А чё... А, подожди, я хочу посмотреть, что она у нас.
Стрельба, магия, мудрость есть, это земля есть. Короче, ей или интеллект, или что-то такое. Поиск пути есть. Что-нибудь такое вот. Не знаю. Я бы интеллект ей, честно говоря, даже дал бы. Ну, давай попробуем. А какой она у нас уже уровень там? 14. Эксперт. Поиск пути. Так. Что? Что, не жертвуется? Да как так? Почему? Почему? Ай. Блин, ноль. Ну что, жертвуем все? Ай, давай, жертвуем все. Основное волшебство. Зверь наносить бою дополнительные 5% повреждения. Ну что, дайте волшебство там. 5%. Основное волшебство. 5, 10, 15. Нет, давай лучше интеллект. И все? Ах ты, зараза. Какого-то 15-й? 16, 17, 18, да? Ну ладно. Зря только засандалил все артефакты. А, подожди. Я же могу... Так, слушай, нет, давай, я зря все артефакты засандалил. Очень зря. Так. Очень зря я все артефакты. Так, вот эта вот девка, да, я помню. Так, у нас прошла. Так. Угу, так. Я помню. Так, и она у нас возвращается в Lost Hold. Тоже помню, 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 помню. Lost Hold. Слушай, надо после похода в каждый... Вообще сохраняться. Так. И в этот, да, в тот городок, который у нас не отстроенный. Так, поехали. И вихрь маны, я вспомнил. Вот так вот я сделал. Хитро попинно. Угу. Так, вот она чего у нас. Да, ну-ка, стоп. Сохраним. Давай, поход каждый сохраним. А, что у нас? Четвертый день. Сохранить четвертый день. Так. Вперед. Вперед. Так, продвинутая. Вперед. Эксперт. Ага, вперед. Так, силу магии на 4. Так. Ну что? На алтаре, а надо для достижения следующего 3, да? Да. Ну давай, ладно, жертвуем нафиг продвинутую мудрость. И остался у нас один артефакт. А пойдем мы сейчас... Да, так, ну, по крайней мере, у нас продвинутая мудрость у нее стала. Да, уже хорошо. Так, сохраним опять перед походом другой, чтобы у нас не ошибиться. Так, она у нас... А, ну, у нас может портал засандалить. Так, может перемещаться. Так, отлично, просто отлично. 10, ну что, камушки у нас есть. Посещено, а какого она уровня? 14. 15, 16, 17, 18. До 15 ее добить надо, да? Да, ее надо добить до 15. А для этого мы сделаем сейчас ход конем. High Castle. Тут вообще была она? Была High Castle. А, во, Трансом. Так, город Трансом. Ай. Да что ты у нас, блин? Какая ты... вообще. Несерьезно это все, блин. Иди, ладно, пешком, блин. Пешкодралом. Очень несерьезно все это. Это. Так, а, этот же все здесь прошел уже, да? Да, вообще весь. А, слушай, я же забыл.
Вихрь маны. Так, ну чё? Дал вихрь маны? Нет, ничего не дал. Болот заклинаний для любого гарнизона или героя-гостя. Нет. А вот этот вот, ну-ка, стоп, Малев. Ну-ка. А, он не может перемещаться у нас. Вот сволочь. Ладно, пошли. Последние баллы дал. Итак. Давай-ка иди городской портал изучай. И заодно возьми там, блин, этих. Как его? Тысяча. Тоже, блин, не дает. Да, не дает. Ну иди тогда тоже так же пешкодралом. Пешкопехом. Так, ты у нас, девка, что тут делаешь там? Ты у нас какого уровня? 13-го. Тоже у тебя, блин. С артефактами тяжко. Здесь ты везде, по-моему, все получила. Да? Да, здесь, по-моему, все уже изучила. 13 уровень рано идти улучшать, ну, в этот, в как его. Короче, под землю иди, девка. Так, все, ты у нас под землю идешь, да? Да. Ты у нас идешь под землю. Все, девчонка, где там ближайший подземный проход? Упс. И... Ой, ну. Ладно, давай вот так вот, да? Посетил. Так, и ближайший подземный проход. Вот так вот. Иди под землю. А у тебя городской портал-то нет? У тебя хреновый городской портал. Так. За защита получила. Вперед. Так, ты у нас кто? Ты у нас... Нет, ты у нас одним артефактом. И не посетил. Посетил. Так, один навык атаки. Прекрасно. Тоже не посетил. А может это Долгберроу? Так, Долгберроу. Через город. Упс. Так, одна сила. А здесь тоже. Да ты тут вообще не под землей ничего. Что ты тут делаешь? Все. Ну ладно. Блин, опять... Надо было. Да что такое-то? У меня всегда какой-то идиотизм-то получается. В воде можешь ходить, да. Перемещаться в пространстве. Где-то ты там, да, прокакал свое перемещение в пространстве. Оу-воу-воу-воу-воу-воу. Нет. Да, только завтра. Все, все сходили. Итак, здесь у нас все построено. Здесь у нас все построено. В этом городке все построено. Ну, в смысле, что больше ничего не стоит. Улучшатели там есть. Теперь гильдия... Да и тут же гильдию магов только строить. Да. Гильдия магов. Так, гильдия магов. Так, нанимаем. Стоп, здесь. Здесь никого. А, здесь ипподром, да. Да. Я не знаю, ипподром даже стоит ли нанимать. Если у меня там ангелов-архангелов, да, задница, пардон. Нафига мне тогда гильдия магов этих нанимать? Оп. Оп. Так... Прилично так поменяем. Итак, ангелы готовы, есть. В этом городе ангелы есть. И в этом городе ангелы. А почему нету? А куда делись? Ну давай на всякий случай. Ладно, давай тогда этих нанимем. Пусть будет. Тоже как бы до кучи. Да, пусть нанимаются. Так. Ага. Что-то у нас как там с ангелами-то плохо-то.
Итак, здесь у нас тоже, да, здесь уже готово. Эти трех городах, короче, больше строить нечего. Так, здесь у нас серные тучи так прикрывают. Не нужно, орден огня готово, врата замка перемещаться. Так, гильдия магов третьего уровня. Ну что, зайдем? Да. Можно. Так, гильдия магов тоже третьего уровня. Что? Ну потому что каждый что-то... Нет, ничего нового не дает пока. Но все равно прикольно. Итак, поехали дальше. Так, ты посетил у нас здесь. А, здесь был. Здесь... А, да ты везде был. Ты красавец. А какого хрена ты тогда сюда вообще пришел? Да блин. Нет, подожди. Девка, а что ты тут делаешь тогда? А, вот ты где не была. Какой-то Малев, да? Город Малев. Ага. Прекрасно. Так. Оу, тут вон еще у нас чемпион есть. 7-9. Ну чё, девчонка, возьмешь? Продвинутый. А, ты у нас эксперт мудрости. Ну что, возьмешь этих туда, отнесешь? Или не стоит пока? Ладно, потом сходим. Так, а ты у нас в пространстве? Да, можешь шляться в пространстве, слава богу. И да у тебя дофига, блин, баллов. Давай. 1000. И здесь была... Да, да, ты у нас... Да ты везде была уже, получается. Ага, это у нас единственная, которая везде побывала. Точно, какого ты у нас уровня? 15, 16, 17. Ну давай тогда. Хакасл. Тогда давай иди в Малев, пожалуй, опять. Малев. Так, давай, иди в Малев. Малев. Забирай ребяток. Чтобы они тут не скучали. Так, иди. А что у нас в Малеве? Можем еще магию? Да, 4 уровня. А что нам даст 4 уровня магии здесь? Опять. И 5 может построиться. Круто, 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 круто. Круто. Тут и 5 уровня построится. Обязательно построю 5 уровня здесь. Так, теперь. Какие у нас города? Большие города, говорят, да. Так, отстраиваем. Так. И здесь. Здесь у нас... Ага, ипподрома нет. О, давай ипподром зафигарим. Пусть будет. И тоже. Двоих, пожалуй. Тогда начинаем. Уитман. Девка пошла по городам. Уитман. Уитмон, забирай. Забирай меня скорей. Да, веселая песенка. Так, здесь она прошла. Все посетила, 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 посетила. Вот единственная девка, которая уже все, везде побывала. Просто красавица. Так, теперь Килдар. Так, девка Килдар. Килдар, забирай. Как это, да? Грассирование, прононсы, прононсы, грассирование. Так, Илдар и... Так, Трансом. Угу. Слушай, блин, а, да, тут не ограничено, пока ходы не закончатся. Здесь, в отличие от, ну, если знаете, да, то есть не ограничено до окончания количества ходов, короче. Все. Все, вот теперь она все зависла. Ну, все, она уже не сможет. Вот Уитстон уже не пройдет. Да, не пройдет. Все, завтра. Уитстон, а вот эта вот девчонка теперь у нас... Какого уровня это будет? Плюс 1000 золотых. Эксперт. Пух. Так, везде побывала, кроме... Короче, вот сюда вот, да? Иди-ка ты в город.
Иди-ка ты в город, да. А что за провидец, забыл? А ты что тут делаешь? Ага. Ты у нас... А, 14-15. А, иди у этой возьми. Стоп, артефакты. Так, ты какой у нас? 16-й рейнджер, да? Отдай. Отдай. Так, здесь она... Девочка у нас без артефактов вообще. Так веселится просто. Ну чё? А кто у нас там с горой артефактов ходит? Вот это, да, парень? Нет, а вот этот. А где он у нас? Lost Hold. Lost Hold. Так, и тогда давай-ка, ну-ка, девка, сможешь сходить в Lost Hold? Не, а не сможешь. Зараза. Lost Hold. Так, ты везде побывала? Да, здесь везде. Везде побывала. Все изучила, везде побывала. Тебе бы, да, сейчас эксперт бы магии земли, и ты бы у нас шлялась бы. Хотя пока только основная магия земли. Ну, хотя бы продвинутая была бы ты сейчас у нас. Уже бы было бы прекрасно. Уже бы было бы хорошо. А, слушай, ну чё? Нет, не хочу. 14-15 надо ей засандалить просто так. А потом уже можно тогда. И... А, кто у нас тут еще с артефактами? Этот с артефактами без. А он у нас куда идет? А, он у нас не знает вообще магию. Так, а у нас... Ай, нету туда ангелов. Один, один. Тогда сядь-ка ты пока. И сейчас придет девка, даст тебе архангела. Сиди, кури, короче. Ты, ну, я не знаю, вот чего тебе делать. Ну, есть у тебя один, два артефакта. Ты уверен, что ты ими нагонишь? Ну, давай попробуем, ладно. Ты добьешь. Какой тебе уровень-то? 15-й нужен? Ну, сейчас посмотрим. Ладно, сейчас посмотрим. Все, ноль. Посмотрим, добьешь ты 15 уровень, нет? Это тоже пешком, блин. Ой, у него же есть... А, нет у него двери измерений. Точнее, нифига нету. А, не посещено. Да, блин. Ладно, иди в этот город. Иди пешком. Вариантов никаких нету у тебя. А, да где он у нас? Вот этот вот с горой артефактов. А где ты? А, вот и у нас. Тебя... А, ты можешь городской портал, да? Здесь ты был? Блин, здесь не был. Lost Hold. Давай, знаешь чего? Ну-ка, давай, Lost Hold. Спрячься, подожди. Lost Hold'е. И девка, а сможешь ты в Lost Hold? Ты, в принципе, то везде побывала, да? Да. Нет, вот здесь не была, вот здесь не была. А ты у нас... Нет, ты не сможешь в Lost Hold. Ты не сможешь у нас шляться. Малев. Так, ладно. Ух ты, а это откуда 6? Да, это тоже 6. А этот не был. А, здесь не был. Блин, ну опять, почему ты не... Почему ты не использовал перемещение? Да. Пространстве. Тоже не посещено. Так, перемещение. Ай-яй. Так, сюда. И ай, баллов нету. Блин, не в городе ничего, ладно. Ладно. Так. Угу. Ну что, пешочком, девочка? Нет, можешь как бы так вот. Опс.
Не посещено. Сиди, кури бамбук. Блин, хочу там 5 уровня заклинание построить. Тут 2-го. Там 5-го надо построить. Просто позарез. И ты выходи давай. Да, потому что... Иди-ка так шляйся теперь. Блин, нет у тебя вообще... Ну, может, там сейчас будет 5-го уровня заклинания. Как раз получится то, что ты хочешь. Все прошли, ребята. Так. Эта девчонка, вон она у нас как тормозит сейчас. 15-й, 16-й, 17-й. Так, Уитстон. Уитстон. Так, Уитстон, она у нас. Уитстон, так, забираем тоже опять всех. И теперь, что? Хайкастл. Хайкастл. И город Хайкастл. Хайкастл. А вот теперь всех улучшим. Так. Блин, уже 6-й день-то. Оу, как тут хорошо-то, блин, у нас. Так, и давай, ладно, одного дадим. Угу. Ну чё, девка, пойдёшь вперёд? Пойдёшь воевать? А ты у нас, да, везде всё посетила. И под землёй, да, посетила всё? Да. По-моему, да. Да, везде ты все посетила. У тебя даже есть, да, есть городской портал уровня эксперт. Давай иди тогда воевать, пожалуй, ты. Килдар. Иди в Килдар. Какого тут? Магию 3-го уровня построить? Так, не буду тут ничего набирать. Магии 3-го уровня, да? Давай построим, что ли. Так, 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 так. Что-нибудь даст она нам? Не знаю. Ничего особо не дала. И давай, ну давай драконов бить. Давай иди воевать, да, правда. А, вот красный у нас. Красные драконы. Перемещаемся. Так, сохранить. Вот теперь надо сохранить, потому что сейчас нам предстоят битвы. И теперь мы собираем деньги. У нас есть, собираем у нас эти опыт. Так. Ну что, бомбочку? Блин, бомбы нет. Алло, где? Какая неувязочка. 600. А, слушай, можно даже молнии шарахнуть. 460, смотри. А, не действует ни на кого. А, 600 там надо, да. 600. Вот этот. Нет, тоже 4 уровня. А, нет, 4 уровня действует. Так, опс, всех? Нет, остался один. Ладно, какая разница, магии дофига. Так, вау. Не ходит. Упс, завалили. Итак, эксперт магии воздуха. Давай. Да без разницы какой. Так. Зубов дракона. Так, девчонка пошла у нас одна уже биться. Молодец. Так, вот этот я хотел, да, посмотреть, что такое, сохранить. Забыл. Ну, забыл, ну что тут уже. Давно пуст. Да, в курсе. Так, загрузить. Ты у нас что вообще делаешь-то, девка? А, ты у нас идешь в город, чтобы узнать городской портал. Это точно. Все, узнала? Красавица. Теперь ты у нас... Да, теперь ты у нас знаешь городской портал. И ты у нас 16-й. 17-го уровня.
тоже не посещено. Иди, короче, посещай, девка. Иди, 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 давай, вот, 17-й сейчас уровень себе добьешь. Ты у нас добьешь? Ну, давай, попробуем. Упс. Нет, это 0, это 0, что там? Блин, не хватает до следующего уровня. Где 333? Ай, фак. Не хватает. Ну, давай, ладно, давай до колодца хотя бы дойдем. Немножко магии возьмем. А ты у нас, да, ты у нас супер тормоз без этого. Блин, ну почему ангелов не осталось? Чемпионов не осталось, и ангелов не осталось. Да что такое-то? Короче, пусть этот сидит тут седьмой день и ждет ангелов своих. А ты у нас какого уровня тоже? 14-й? 15-й, 16-й? Нет, это ничего не буду отдавать. Ну, только корону можно отдать. Только корону можно отдать. Да ладно, фиг с ней, с короной. Господи. Вон, иди, девки, отдай корону. Да? Да, 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 пусть. Ага. Да, сиди тоже тогда, добивай себе очков заклинаний. Так, девчонка. Продвинутый интеллект. А, продвинутый маг земли, давай, чтобы ты, блин, в любой город фигарила, а не просто тут. Давай. Атака. Так, здесь не посещено тоже. Прекрасно. Сколько? Ух ты, все отлично. Так, одно знание, да. Ну что, упс, 162. Ух ты, прекрасно. Так, здесь была. Так, была, была. У папа была собака, вот здесь не была. А вот здесь не была. Ну давай, Lost Hold. А сможешь? Нет, Lost Hold уже все. Lost Hold недоступен. Так, ты у нас тоже забрал. Нет, вот у нас самый с горой артефактов-то, чувак. Так, ага. А, блин, у тебя тут... Сможешь? Давай. Короче, иди и добивай очки. О! Вихреманы. Yes! Сколько ты? 300. Класс, 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 класс. Все, посещено. Посещено, посещено. Итак, здесь, здесь не посещено ничего. Да. Тогда иди вот в этот город. Lost Hold. Иди в Lost Hold. И давай там все прозондируй нас. Все, у тебя дофига маны. Немерено просто маны. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот этот единственный, который у меня не может это пользоваться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Да, единственный чувак. Седьмой день. Поехали. А подожди, а вот этот... Угу. Ну-ка поменяемся. Он у нас... У него есть городской портал-то? Да, есть, слушай, и перемещение есть. И о чем тогда будет сидеть? Зачем 15-й, 16-й, 17-й, 18-й? Да? А зачем он тогда будет сидеть-то там? Нафига ему тогда сидеть? 6 скорости, это 7. Это 9, только их тоже нету. Блин. 7. А, 9, слушай. Ага. Вот. Слушай. Хотя бы одного, да? Ага. Во, вот это клево. Хотя бы 9. Так, ты у нас здесь все посетил, а я не помню. Ты у нас, 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 ты у нас. Да. Какой-то уровень. 15-й, 16-й, 17-й. Ну давай, рейнджер. Давай. Ага. Я забыл, где ты тут. А, вот.
Итак, и еще раз. Ай, надо было в город вон в тот. Итак, какой уровень у нас? Продвинутое оружие, продвинутый поиск пути пусть ходит. И город. Так, здесь был. А здесь-то был у нас? Я что-то забыл уже. Блин, все забываю. Где кто был? Надо, короче, в города их сажать, которые все посетили уже. Надо их вообще сажать в города. Так, не посещено. Так, что у нас тут? High Castle. И город. Ай-яй-яй-яй, Трансом. Ну давай, ладно, Трансом. Так, всем. А, вот этот вот, ну, этот у нас просто тупо. Ага, сидит в городе. Все, у него, ему баллы заклинаний просто надо. Да, ему надо баллы заклинаний. Так, этот у нас, а, четвертый построен. И теперь я хочу вот здесь, вот пятого уровня построить. Понял, они, по-моему, вообще в замке не строятся, гильдия магов пятого уровня. Вот чего я вспомнил. То есть вот у них есть такое гадкое ограничение, мерзкое, что у них просто не строится гильдия магов пятого уровня. По-моему, так оно и есть. Итак, а, слушай, а чем мы хранилище ресурсов-то? Везде я построил? Подожди. Да, здесь есть. Здесь есть. Так, здесь есть хранилище ресурсов. Здесь у нас, да, хранилище ресурсов. Чтобы прибавлялось у нас. Деньги и ресурсы нам нужны. В принципе, это хранилище есть. Так, здесь у нас есть, здесь есть, что, везде хранилище ресурсов есть? Просто прекрасно, смотри, вот почему у нас так ресурсики-то прибавляются. Везде хранилище ресурсов есть. Хранилище ресурсов. Так, здесь у нас третьего уровня, сейчас построим. Обязательно построим. Так, угу. А, нет, так, и так. Раз, два, три. Отлично. И отлично. Ай, даже надо было больше. Ладно, третьего уровня. Что там дает? Пока ничего нового. Но я надеюсь на пятого уровня. Я надеюсь, что пятого уровня там будет супер-пупер-пупер 16. Так, и 7, 10 самоответов. 10 самоответов, блин. Ты что? Тут и, блин, задрали вы со своими 10 самоцветами. И здесь 10 самоцветов. И здесь 10 самоцветов. 10, а, 10 изумрудов. А чем они отличаются? Да то же самое, блин. Что изумруды, что самоцветы. Тьфу ты, блин. Так, а так она, в принципе, уже везде все. О, нет! Ты что, дорогая? Почему тебя здесь-то не было? Какое безобразие, здесь что ты не была? Нет, была. Ну-ка, здесь? И здесь не была. Какое безобразие? Какой город? Кандент. Ты можешь в Кандент? Да, давай в Кандент, иди. Кандент. И из Кандента. Угу. О, и здесь ты не была. Да ты вообще нигде не была. Какое безобразие. Так. О, тоже эксперт у нас, да? О, эксперт интеллект. Классная девка тоже. Так, а ты везде побывала, да? Вот единственное, что у нас... Да, вот здесь ты не посещала. Блин, 500 золота. Да мне надо было не золото, мне надо было какие-нибудь камушки, фигамушки, еще что-нибудь. Так, под землей все у нас были. Девка. Так, так. Так, так. Все, везде была. Нет, здесь не была. Так что город какой? Lost Hold. Так, итак, город Lost Hold. Блин, как долго-то их всех прокачивать. Ну, интересно. Долго, но зато интересно. Так, четвертого уровня магия. Город, то есть
Четвертого уровня. Ага. Да давай сразу, блин. Вон, 18. Давай. Сразу. Чего ты мелочишься-то, блин? Вот так вот сразу. И четвертого уровня отстраиваем. Что там у нас тоже? О, ду-ду-ду-ду, метеоритный дождь. И чё? Бешенство. Так, неплохо. Ладно, поехали. 1000 баллов. Да, очень нам даже понадобится. Этот у нас без... А, нет. А, да, это не сам у нас. Грубо говоря, богатый. Не хочу, я хочу им дать что-нибудь. Ага, я бы ему мудрость даже дал. Что у него продвинутая мудрость? Магия воды, огня. Я бы ему дал интеллект, например. Было бы очень неплохо. Да, интеллект. А какого он у нас уже уровня? 16. А, 17-18. Ладно, так, девка. А этот у нас... Зараз, тут по городам можешь шляться. Он вообще все, по-моему, да, прошел? Да, по-моему, везде вообще посетил. Везде, да, побывал. У него куча артефактов. А он у нас 16 уровня. И, по-моему, да, все. Этот у нас побывал везде. Везде, везде, везде. Не везде. Вот сволочь. Так, ну давай тогда вот этот Уитман. Так, Уитман. Уитман. В Уитмане не побывал. Давай, есть тут у нас конюшня. Так, а какого хрена у тебя вообще вот эти троглодиты тут делают, блин? Зараза, блин. Смотри, как у него притормозился ход из-за этих долбанных троглодитов, блин. Какой у него тут 16 уровень, 17, 18. Ай. И здесь что ли? Нет. Вот тут вот 10 изумрудов. А здесь? Да то же самое. 10 изумрудов, самоцвет. Это одна хрень. Так, он, короче, везде был. Ну, только ему, да, потом по городам пробежаться. Везде, да, все, все изучил. Вот, за 2000 золотых. 16, а у него до 17 уровня что там? Всего-то 1000. То есть один артефактик зафигарить, да? До 17 уровня. То есть, по сути, ему можно. Какой Хайкастл, да? Город Хайкастл. Ну давай вот старика выведем. И Хайкастл его. Давай в Хайкастл. Хайкастл. И иди, пожалуй. Ах, жалко, у тебя нету этого перемещения-то, блин. Да, жалко нету. Очень жалко. А у тебя какой? 16, 17, 18. Ты даже можешь... Отдай-ка ты их нафиг всех. Ангелов-архангелов. Отдай. Так, нет. Машина золота давай. Да, давай. Так. Знание. Да, блин, ничего сейчас не нужно пока. Вон, иди, сторожи, кто-нибудь подходи, ты ему брынк отдаешь, и он там торгует. Так, ну, не будем мы, да, менять. Сейчас пойдем. Да, пойдет он у нас туда. Вот к этим. Слушай, у нас в городе остался. Пусть сидит, да, пусть не мешается. Сидит пока в городе, все равно у него очков хода не осталось. Так, пошел, 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 пошел. Все у меня, я что-то смотрю, тут уже попроходили. Так, 14-го даже можно. Да, я сейчас хочу собрать. Так, это здесь было. Нет, иди сюда. С этими все понятно. Так, этот тоже. И тоже здесь не был. Не был, блин, а дойти он не сможет. Сволочь. Загородила. А, тогда сделаем вот так вот. Ну, для чего нам нужны сохранения? Да? Именно для этого и нужны. Так, отодвинься, девочка. Так, вот отодвинься. Иди сюда.
И именно для этого нам и нужны сохранения. Итак, чувак у нас, ну давай, ладно, выровняем нападение, защиту. Хотя не знаю, что у него там за артефакты. А, подожди, он же у нас городской портал. И какого хрена ты у нас не телепортировался? А у тебя, наверное, не хватил еще раз. Так, опять мы, да, не туда сходили. По 150 раз одно и то же. Да, скучно и грустно, и некому лапу подать. Ну, хватит нам, нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А в город, а вот в этот Lord's Hold. Ну-ка. Блин, не хватит, ладно. Тогда зря перегружались. Ну да. А ты, девочка, тоже иди сюда. Так. И у нас... А, ну да, я тут одним уже пробиваюсь, который у меня... Да, Саня. Саня. Девочка пробивается у меня уже... Так. А что она у меня? 16 уровня, 17, да? Ну ладно. Конечно, хочу заставить вступить в бой. Естественно. Еще бы, блин. Так, да? Блин, не завалился сразу. Так, поехали. И вы... Слушай, даже без сохранений... Понятно, что тут сохраняться-то, блин. Блин, надо было побольше этих взять с собой. Так, артефакты... Ой, сколько артефактов-то. Так, пошли, да, палатку красную, палатку ключника возьмем сейчас. Здесь у нас... А этот у нас куда идет? Он у нас... Да, все, городской портал. Все сделал. Все выяснил, что ли, уже этот чувак? А он какого уровня-то уже? 16-й. Так, здесь побывал? Да. 16-й, везде побывал. Тогда обычно я вот таких вот ребят уже сажаю в города, которые у меня уже все прошли. Везде вообще побывали. Я их обычно забрасываю в город, и они у меня сидят в городах. Так. Посетили. Так. Везде побывал. Все. Даже как-то и неинтересно. Ну чё, иди в город, можешь сейчас... А, под землёй-то у нас был? Да. Похоже, что был. Похоже, что везде был. Да, везде был. И здесь был, и здесь был, и здесь был, и здесь был, и здесь... И здесь был. Везде был, всё. Чувак, ой, не того, так... Ну что, иди тогда в город садись. Раз ты у нас везде был. Так, он у нас... набрать... седьмой день, да? Да, тогда пусть в трансом наберет и пойдет, пожалуй, добивать себя до 18 уровня, надеюсь. Да? Так, городской портал. А почему? Ты у нас еще не в этот... Нет, стоп. Ты у нас не эксперт магии земли, вот сволочь. А, этот эксперт, а этот... А у него... А, нет, основная магия только земли пока. Да, обидно. Ну ладно. А этот тогда займем. Вот так вот. Займем типа этот город, тогда чувак переместится в другой. Ближайший город занят. Заклинание... Дожди, ё-моё. Ну ладно, давай тогда просто вот так вот. Ножками добежим. И сейчас будет первый день. Наберем тут, блин, армию. Блин. Так, а ты у нас тоже везде побывал. Ты у нас какого? 14 уровня. А чё-то, по-моему, ты и не везде побывал-то ещё, да? Нет, ты, по-моему, у нас тоже под землёй-то был. Я помню. Что-то такое было, да? Ты у нас тоже, по-моему. Да, везде уже был. Везде тоже. Везде прошел все. И тоже тебя, наверное, и под землей ты, наверное, у нас был. Да, по-моему, был под землей. Был.
Блин, ну простите, ну 8 штук я забываю, где кто был. Ну и на всякий случай перепроверить, конечно. А вдруг, правда, пропустил. Так, ну тогда ты у нас тоже... А что ты тогда в этом городе остался? А, нет, у тебя 11 этих, 14 уровень. Хм. Давай-ка ты у нас пойдешь... Да, пойдешь свой уровень повышать, дорогой мой. У тебя там архангелов немерено. Так, разделим. Так, так. Иди-ка ты вот сюда вот. Какой город-то? Килдар. Килдар? Или отсюда? Куда ты? Как, где ближе до ворот-то? Ну, давай с Килдара. Ага. Еще бы, блин. Ну, давай. Килдар. Что у нас тут вообще в Килдаре-то? А, я же хотел везде построить еще гильдию магов. А у нас... Да, у нас есть для гильдии магов. Так, здесь у нас все построено. Да, везде четвертого уровня выстроено. Да, везде. Подробно. Так, в этих трех городах все. Здесь поехали. Гильдии магов четвертого уровня. Что у нас для нее не хватает? А, слушай, следующий год сейчас надо ангелочков набрать. Пожалуй. Пожалуй, ангелочков. Угу. Ну чё, тогда просто... О, слушай, а сходи-ка вот этих, что ли, побей. А какая разница-то? Ну-ка, давай. А чё они тут стоят вообще? Непонятно. Ух ты, 97. Архангелы хорошие, ребята. Не хочу. Да, не хочу я дипломатию основную брать. Ну, вот такой вот я, да, дятел. Уж простите меня. Ну, чё? А сколько у него там магии-то? 150. А он у нас... Нет, так, у него, смотри, у него вообще клёво. Этот ряд такой вообще красивый. Так, ну чё, иди в город, что ли, тогда? А почему не... Нет, стоп. Ага. Ну давай, ладно, в Килдар вернемся. Заодно там... Ладно, посиди, потом и конюшни заодно у тебя будут. Так, и... Так, а вот этот вот наш что? Ну-ка, стой. Он у нас... А, у него... У него закончился 16-го у нас. Это у которого куча артефактов. Фактов. Да. Красавец. А здесь-то он был? Нет. Ну сейчас, ну до 18-го-то его добить вообще не проблема будет. До 18-го уровня. Да? Да. Ну что, 7 исходил, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, все, в городе засел, он все сделал у нас. Давай, пока не будем продавать, просто на следующий день, вот сейчас вот я хочу набрать ангелов, архангелов у нас. Я даже вообще не знаю, стоит ли этих набирать. А в первом городе сколько у нас там... монахов-то? 6, 2. Ну чё, набираем монахов-то? Да смысл-то какой от них? Кавалеристы. А, у них скорость. Ну-ка, стоп. А у кавалеристов скорость будет 9, у монахов 7. Угу. Да вообще никакого смысла нет. Да не буду я набирать монахов, нафиг. Все, даже этих отдам. Так, поехали. Блин, а этот у нас что сделал-то? Да. Стоп. Он у нас, надо было отдать самых тормозных ему. Да у него, блин, смотри, получается, ход никакой. Смотри, у него тормозные все. Ай, у него ход вообще Г. Получается. Так, все. Это все нормально.
все, в принципе, нормально. Тут тоже с монахами тормозными. Ну ладно, фиг с ним. Поехали. Подожди, а что это у нас тут зависло-то? А почему она, правда, зависла у нас здесь? А я не помню. Так, начнем, ладно, с самых первых. Угу. Так, эта девка у нас... А, да, оказывается, у нас здесь не была. Какого она у нас уровня? 16-го. Тоже 17-18 ей фигня сейчас, да, сделать. Где у нас жертвенник-то? А, вон жертвенник. Здесь была? Нет, тоже не была. Это вообще прикол. Ты почему нигде не... Ах ты, блин, у нее этого нету. Ну ладно, давай. Давай. Так, ходи, девка, ты вообще... Здесь ты все прошла? Так, прошла... Ты вроде здесь-то все посетила, да? Так, посетила... Так, изучила... Что? А, я забыл, где у нас... А, вот, уже изучено, поиск пути. И где-то у нас... Да, все тоже здесь, все уже прошла. Все прошла. А под землей... Тоже, по-моему, нет, побывала. Мы сейчас тогда тебя в городок направим. Если ты у нас под землей побывала. Нет, не побывала. Значит, тебя в Малев. Только до Малева ты у нас не дойдешь. Да, ладно. Девку под землю. Ты у нас... А ты у нас какого уровня? 14-го? Ой, как тяжко-то. Что, как плохо-то, блин. Так, ну чё, давай этот тебе сейчас артефактов даст, да ты их нафиг попродаешь. Так ты тоже тут нигде не побывала. Ладно, иди тогда. Так, а, у тебя же есть это, перемещение в пространстве. Упс, иди, жди. Сейчас он тебе артефакты принесет. Так, ты, чувак, сюда. Ты вот здесь не был. Да, не был. Lost Hold. А, давай наберем. У нас не так много набирать-то получается, блин. Так. А, и здесь. Да, да, мы набираем только ангелов. Вот и все. Так, а, да. Забыл я, что переиграл. Так. Угу. Так, девчонка у нас. Ты Lost Hold? Lost Hold. И там можно гильдию магов, кстати, построить. Город Lost Hold. Вперед. Что у нас тут? Удвоили свою ману. Просто прекрасно. Еще и 1000 баллов получил. 5 уровня. Вот я сейчас построю, дострою тут нафиг магию 5 уровня. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Раз, два, три, четыре. Все, да, все есть. Так, гильдия магов 5 уровня. И что она нам даст? Очень даже интересно. Полет. Какая прелесть. Я в восторге. Вот чего у него и не было. Я надеюсь, ты у нас эксперт мудрости? Да. Класс, теперь у тебя есть полет. Ты красавец просто. Давай. Врубаем полет. Сколько у тебя? Ух ты, 30, блин. Смотри. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Смотри. Берем полет. Блин, почему перемещение? А, откуда у тебя это взялось? У тебя же не было. Понял. Да еще и полет. Ага, магия воздуха нету, блин. Да. Продвинутой магии воздуха нет. Вот чего у нас. Чем отличается магия воздуха? Ой, эксперт магии от неэксперта. Ну ладно, хотя бы так проскочил. И то дело. А сможет вернуться в городок там? А в какой ему надо вообще вернуться? По-моему, он у нас тоже все вообще прошел. Уже, чувак. Везде побывал. И все у нас изучил. Итак,
Ага. Здесь всем прошел. Так, снаружи. Снаружи. Тоже что-то, блин, все прошел, смотри. И снаружи все прошел. И здесь даже, да? Самый дальний рубеж, блин. И здесь, и здесь. Так, ну чё? Даже скучно. Все, красавец. Красавец, да. Все. Итак, все, прошел у нас. И тогда мы его зафигарим, ну, например, вот в этот городок, да? Уитстон. Сможет и Уитстон зафигачиться? Нет, не сможет. Обидно. А почему? Попробуйте, что буду творить за твоим. Не хватает очков хода. А сколько? 263. Подожди, у него не 3, 300. Да? А он эксперт маги. Подожди. А, он не эксперт маги земли. Да, был бы эксперт, был бы 200. Тогда бы хватило очков. Только вот видишь, у него вот здесь вот, да, 200 очков. А если ты не эксперт, то надо 300. Ладно. Обидно, досадно, ну ладно. Так, это у нас понятно, чего ждет. Это ждет того по парням. Ждет своего парня. Так, давай. Мы фигарим. Только так. Защиту возьмем. Потому что я люблю брать больше защиту. Так, и здесь тоже не была. Тогда в город. Так, Lost Hold. Lost Hold. Где он у нас опять? Так. И да, изучила полет. Ты у нас тоже эксперт. Да, ты у нас эксперт. Ты у нас изучила тоже полет. Красавица. Мана, правда, тебе не прибавилось. Ай, ну ладно. Так. А вот это, блин, может использовать, блин, несколько раз. Ха-ха-ха. Да. Опс. Да, и теперь. Вот она сейчас переместится у нас. Так, в Lost Hold уже была. Так, Малев. Так, вот здесь вот все. Все тоже везде изучила. Да, смотри. Тоже везде поизучала. И снаружи она у нас, по-моему, тоже, да, везде была. Да. Девка везде была. Девка везде была. Была. Все. Все, посмотри, все прошли. Красавцы у нас все. Да. Все. Девка везде побывала. Вообще супер девка. Только она 14 уровня у нас. Поэтому мы ее сейчас зашлем, пожалуй, в Уитстон, да? И пошлем мы ее в Уитстон. Ну, так, а, нет, надо было вообще в Рион. Так, вот этот у нас с кучей. Да. Вот этот у нас чувак с кучей артефактов. Забрал он. Хай Кастл. Так, девчонка. Подожди, какая мы у нас? А, в Хай Кастл. Так, давай-ка в город Хай Кастл. Хай Кастл. Да, только дальше она не пойдет. Так что спать. Покаместь. А, это у нас, да, палатка ключника красного. Да вообще, блин, надо было этих оставить вообще нафиг. Да? Точно. Точно. Надо было оставить. Итак, ну что, освобождаем. А, вот у нас у всех еще вот здесь. Фигня так. Ух ты, смотри, у них плюс одно знание. Здесь. Ага. Две штучки. Слушай, а у меня перемещение в пространстве? Зачем мне открывашка тогда? Спрашивается. Да, нафига она мне нужна-то, если у меня есть этот перемещатель. Да. Итак, грифоны. Нет, не хочу брать себе на службу. У меня и так тормозных дофига. Так, плюс одно знание. Итак. Вали всех. Ох ты, зараза.
А, не поранил. Я уж испугался. Ну что, деньги берем? Деньги, деньги, деньги. Не, давай деньги. Потому что у нас опыт-то сейчас... На... Опыта-то не нафигарится еще. Там можно эти продать. А я хочу построить... ну, за счет артефактов там. А я сейчас хочу построить... Построить. Так, а ты у нас... А, ты у нас идешь в этот, да? Да, и в конюшню зайдешь. Подожди, а здесь у нас нет разве конюшни? Внутри есть. Есть внутри конюшня. Так что... Все, в конюшне уже были. Да, посетили конюшню. Пошли вот этих вот валить. У нас даже перемещение в пространстве есть. Подожди. Стоп. Построить... Да, гильдию мага 4 уровня хочу построить. То у нас очень много всего надо будет покупать. Ну что, пошляемся? Или построим гильдию магов 4 уровня? Ладно, давай пока пошляемся. Угу. Так, и вперед. Валим, 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 валим. Давай. Попробуем. Не, на всякий случай я сохранюсь. А, кстати, что у нас? Месяц второй, неделя третья. Ну, сохраним, конечно. Но уже как бы... Все равно все понятно с этим сценарием. Уже понятно, что мы все выиграли. Вау! А, слушай, что у нас есть веселенького? Давай просто попробуем. Блин, где цепная... А, цепная молния где-то там была... Да, надо будет потом ему пробежаться еще по городам, по всем. Вот еще что. Но это я сделаю сейчас, когда пятого отстрою, чтобы по два раза не бегать. Так, как-то, блин, не это. Ну что, шарахнем? По самым мелким, по самым дурацким. Ну давай, ну-ка, что там повредит? О, хорошо повредило. Ну давай. Какие тут... А, тут из двух таких гадких городов, да? Ну, ладно. Так. М-да. Конечно, армии тут не против ангелов выступать-то. Даже смешно. Ну, давай, времени дофига. Можем даже полет не использовать. Ой, как скучно. Не, ну прикольно, мне нравится. Так, а, сапоги-скороходы, ты что у нас? О, скорость перед героя по суше. Прикольно. Прикольно. Так, поехали. А вот у нас чувак с толпой артефактов. А у него... Блин, да почему ж у тебя нету ни этого, ни... Слушай, да, а, давай хоть полетом сейчас сделаем. Так, подожди, стоп. Да. Знаешь, ему что надо сделать? А девка? Давай ему полет сделаем. Где у нас этот город? Ай, забыл, как он называется. А, вот, Lost Hold. Так, чувак, давай ты в Lost Hold сходи. Lost Hold, и будешь знать у нас полет. Отлично. И теперь будешь полет знать. А ты тут был, да? Да, был. И теперь вернись опять. Ай, там девка сидит. Так, ладно. Девка выйдет, подвинется. Он хотя бы полет будет знать. Хайкастл. И ты... О, Хайкастл. Блин, хотя бы полет знал. Чтобы через эти перелетать. Это совсем беда, блин. Ё-моё, магия до задницы. А этого перемещения в пространстве нифига нету. Давай. Вот так вот. По прямой. Прекрасно. Ну, наконец-то. Ты у нас... Ага. Так, Уитстон. Так, город. Блин, тут сволочь, не эксперт у нас. Да? Посетил. Вот ему бы... 16-й, 17-й, блин, хотя бы продвинутой магии земли уже бы было бы хорошо. А сколько ему до следующего уровня-то?
47 тысяч опыта, блин, ну уровень 16. Ага, ну ладно. Давай хотя бы этими тогда фигарь. Своими перемещениями в пространстве. Тоже дело. Ай, блин, да что-то сорвалось. Так, ну чё. Здесь уже есть четвертое. Поехали. И вот теперь Хайкасл. Ух ты, как он, блин, лихо-то. Дофига у него, да, походных. Ай-яй, а чё такое? А сильно они у нас отличаются? А-а-а-а-а. Восемь камушков надо. Ага, восемь камушков. Восемь. Ну-ка. Вот теперь да. Вот теперь да. Итак. И ты у нас везде побывал. Тебе бы уровень засандалить. А уровень тебе засандалить вот 10 изумрудов. У тебя какое? 16-й? 17-й до 18-го. Ну ладно, сиди пока в городе. Сиди, спи. Сейчас посмотрим, чего там вот эти вот у нас сотворят. Так. Посмотрим, что они будут делать. Так, девчонка. Блин, ну иди. Ладно, ты у нас же есть этот. Да. Перемещение в пространстве. Давай, забери у него. А, ай, блин, это не торговцы артефактами. А я так надеялся. А, отдай ей все артефакты. Нафиг. А подожди, а у тебя будет мое это городской? Да, городской портал, все ты знаешь. Так что тебе ничего не надо, можно все вообще продавать. Что знаю, вот девка. Так, и девка, иди давай у нас. Ага. О, да, у нее только магия воздуха основная. Ну, ладно. Ну, дойдет так, пешкодралом. Пешкопехом дойдет. Ага. Так, поехали дальше всем. Все у нас, короче, везде все побывали. Так, здесь... Я забыл, что она хотела. Да, она у нас везде побывала. Все из... Ай, под землей она у нас не побывала, эта девка. Да-да-да-да-да-да-да. Да, вообще под землей не побывала. Вообще нигде. Нигде. Так что ее в Lost Hold. Девка, Lost Hold. И пошла по подземным этим. Вот, узнала заодно полет. Какого-то у нас уровня 16-го. Отлично. И пошла по... Ого. Ой, магии-то у тебя хреново. А, давай мы тебе, знаешь, что сделаем? А, Малев. Ты сейчас у нас в Малеве просто... Блин, не туда. Загрузим автосейв. А, девчонка. Да просто в Малеве у нее сейчас манны в два раза нафигарится. Будь ей счастье. И будет ей счастье. Малев. Вот смотри сейчас. Опс. Прекрасно. А здесь какого пятого уровня построим? Нет. Не построим, потому что... А, нет, почему? Построим нафиг давай сейчас. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7. И вон даже поменяю. Раз, два, три. Отлично. И построим гильдию магов 5 уровня. Да. А что здесь? Будет гильдия магов 5 уровня? Опять полет. Блин. Никакого разнообразия. Ну ладно. Хотя бы полет. Давай рубим. Ой, как у нее мало этого-то. Ну, тогда не будем тут лишний раз включать. Ну, давай, ладно. Я не понял, почему ты не изучила полет-то, дорогая моя. Ты у нас... Тьфу ты, блин, ты у нас продвинутая мудрость. Толку я тогда, что тебя тут фигарил? Тьфу ты.
Да, девочка, надо тебе что-то с тобой делать явно. Угу. Ты у нас единственная такая тормозная. Так, ага. Ну давай, посмотрим. Что тебе 2330 до следующего уровня? Так, отдаем. А, это 0 стоит, сволочь. Я не знаю даже, что, блин. Можно, конечно, там какой-нибудь сборный артефакт. Вот это вот. Жертвуем вот это. Жертвуем. Это что у нас? Сопротивляемость магии. Для нас некому сопротивляться. О, 6000. Тынц нафиг. Продвинутая магия земли. Слава богу. И может быть даже мы сейчас... Опа. Жертвуем. И продвинутый поиск пути. Ага. Давай. Поиск пути продвинутый. Так. А и что у тебя осталось? Какой уровень-то? 16-й. А, до 17-го, да? Ну чё? Да, блин. 7000. Ну давай, ладно. Жертвуем. Блин, чё, какой все дешевый. А чё у нас? Естественно, сопротивляем магию все существа на поле боя. О! Все. Итак, 17-й эксперт. Поезд пути. А 18 уровень, ну-ка, стой, мы сейчас добьем вот здесь, да? Да. Прекрасно. Ты просто красавица. И 18 уровень добиваем вот на этом дереве. Все. Выправляется. Так. Продвинутая магия воздуха. Чтобы больше перемещаться. Итак, все, он 18 уровня. Потому что они у нас все информация о сценарии, вы должны все. Да блин, где информация о сценарии-то? Назад. Ну-ка, стоп, сохранить. Да, нигде не написано, блин. Ну, наверное, 18-го. А слушай, а есть не 18-го? А сколько ей-то до следующего уровня? 60 тысяч. А вот если там попробовать, будет? Ну так, сохранится. Так, иди, отдай теперь свои артефакты всем. Кто у нас там еще не добит-то? Кто у нас еще не добился уровня следующего? Так, девка. А, вот эта вот девка у нас. Какого она уровня-то? Тоже 14-го. Ага, тоже 14-го. Тоже 14-го. Тоже как-то обидно. Так, здесь у нас... Так, и... Так, сейчас возьмет, тоже пойдет. И у нее, да, теперь у нее забери все артефакты. Теперь эту девку пойдем сейчас прокачаем до нужного уровня. И будет нам тоже счастье. Так, забрала. Давай, прыгай. Прыг. Скок. Да это как, даже полет можно не делать. Так, 3000. Ну чё? Зачем нам 3 единицы маны в день? Так. Чё, а книжка сколько, интересно, стоит? 6000. Вот она нужна. У нас уже все вообще заклинания там практически у всех есть. Давай, жертвуем нафиг её. 6000. Продвинутый интеллект. Ну, конечно, плавание не нужен пока вообще. Интеллект. Этот тоже, в принципе, не нужна. Давай, 16 уровень. Эксперт интеллект. Давай. Так, что осталось-то? Удачу на 1 балл. 16, 17. Так, и... Слушай, а кого там? Кто у нас еще 14 или какого там уровня-то остались? Сандалики. Вау, сандалики неплохо. Сразу. Так, полторы. Что-то как-то это, маловато. Стоп, а какие у нас герои, какого уровня? Так, давай, остались. 16-й можно добить. 17, это уже 18-й. 16-й. Просто 16-й уровень, там есть деревья. Можно пару уровней-то добить на деревьях. Вот этот 15-й у нас, да? И этот 14-й. И в городке у нас сидит еще один...
Ага, какого он у нас уровня? 16-й. В принципе, да, можно девку тогда добивать. Да, можно добивать ее до 17 уровня. Сандалики. Воу, а что там сандалики делаются? Все 4 основных навыка на 2 балла. Ну, тоже я сейчас. Да нет, пусть жертвует. 1000-1200. Просто там тупо побиться. Это что-то увеличивает продолжение всех ваших заклинаний на 2 раунда. Тоже нафиг не нужно. Так, все, эксперт магии земли она у нас. Итак, 17 уровня у нас девка стала. И пробиваем мы ее до 18. Пумпс, не туда я пробил. И все тоже будет 18 уровня. Итак, а этот у нас 16. 16. А этот, по-моему, все прошел, да, тоже. Да, тоже у нас везде все побывал, везде все прошел. Везде, 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 везде тоже, да. Кристиан тоже у нас, по-моему, прошел все вообще врата ада. Врата ада. Угу. Ну что, только туда знания себе прибавить теперь ему. И уровень, да, добавить. Добавить уровень. Да. Да. Давай тогда добавим ему уровень. А, вот здесь, да, знания прибавить. Короче, в какой-нибудь из этих городков. Уитмон. Уитман, а вот здесь он у нас был. Нет, не был. Уитман. У нас какого? 16 уровня. Сколько у него до следующего-то? 7. Уитман. Уитман. Ну чё? Так, а этот у нас Рион. Какого уровня тоже? Тоже 16 священник. Ага. Ой, ему вообще там 1000. Так, ну чё, 16 до 17. Да, ему тоже надо побывать. Здесь же, так, Хай Кастл. Давай этого. Хай Кастл, да? Так, бери у девок тогда нафиг тоже. Так, в Хай Кастл, чувака. Хай Кастл. Так, перемещение пространства есть у нас. Красавец. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, у кого там у нас куча бабла-то? Вот у этой? Блин, никто и пошел. Не у той забрал. Так, отдай. Ты у нас сейчас 18 станешь, а ему надо тоже чуть-чуть прокачаться. Так. Угу. Так, ну девчонка, блин, надо бы этих отдать нафиг, зараза. Да из-за монахов так долго ходит, длинно, блин. Из-за монахов, из-за этих. Сколько у нее там полет, перемещение в пространстве, ну чё. Давай. Тоже неплохо. Не хочу пока. Так. Угу. Не хочу. Так, здесь она. Так, это уже, по-моему, она девка везде побывала. А какого она с уровня? 16-го. А до следующей ей 4000. То есть кого-нибудь там тоже может побить. А, вон она сейчас этих дьяволов зафигарит. О, какая-то сфера запрещения. Тоже, наверное, дорого стоит. Дорого, дорого, дорого. Так, сохраним. На всякий случай. Вдруг там сейчас какая-нибудь 1000 грифонов. В чем я сомневаюсь. Вот они, 1000 грифонов. Слушай, ну какой-то детский сад, блин. Ну и правда, было бы там по 100, например, грифонов. Вот это было бы весело. Нет, не хочу. Так, все, сколько освободил-то? Раз, а, еще. И у нас останется раз-два. Раз-два, раз-два, раз-два. Раз-два. Так, 3-4 уже освободил. 5. Угу. Да блин. Отменить. Вот, теперь переместимся. Вот теперь засандалимся. Так, переместились. Тоже. Так, давай. Грифонов.
У тебя там сколько до уровня-то следующего осталось? Так, продвинутый. Что у нас до следующего уровня? Блин, 8000. Не знаю, ты нафигаришь, нет? Нет. Так, и... Ну, давай вот здесь вот. Побьем, что ли? Блин, там же молния. Шикарная вещь, молния. 500. Так, ну чё? А кого? А вот этих, ну-ка, сколько их? О, вот это всех. Вот так надо было сразу бить. Молнии. Так, ой, не тех. Ну ладно, рогатых демонов надо было бить. Да ладно, вы чё, надеетесь? Да что ты, прям, типа, прям побить, что ли? Ну так, а чё ещё делать, скажи, да? Мы же стоим. Нифига не делаем. Чё нам ещё делать? Так, 77. Ну чё, зайдём? Так, до максимума 170. Кого тут бить-то еще? Бить-то некого больше. Так, здесь девка, ладно, сама справится. А он, ну пусть идет тогда сюда, в Уитмон город. Уитмон. Где он, Уитмон-то? Уитмон. Да, хочу. О, тут их 100, ну уже веселей, блин. Нифига не веселей. Вот 100 этих надо было. Вот это да, это было бы весело. И да, и теперь вот зайти вот сюда вот всем надо. Так, вот у нас человек и кошка. Давай забираю этого. Он все равно тут пока стоит, никуда не ходит. А ты у нас сейчас себя до 17 уровня можешь прокачать. Тебе осталось до 1000. 17 и сюда все, 18 засандалишь. Вот, прекрасно просто. Даже, блин, есть что-нибудь за 1000-то? Да, слава богу. Ну что, о, эксперт поиска пути. Ай, продвинутый маги воздуха, что не взял? Пух, ты дурак. Зараза, сейчас бы перемещался бы, блин. Ну ладно. Ладно, не будем переигрывать. Так, и у нас остался вот этот вот еще, да, здесь. А он-то что сидит вообще, кстати? А? Ты что сидишь? Засел тут. Ты-то у нас... А, 16 уровень. Тебе тоже 7000 до следующего. Так. Ну что, пойдем. Ты у нас тоже везде побывал-то? Да, ты у нас везде, по-моему, побывавший. Везде побывавший. Да, везде. Везде побывавший. Уровень... А, полет ты еще не знаешь у нас. А ты у нас эксперт. Мудрость. Да. А полета-то ты не знаешь. О полетах-то. Ты нифига ничего не знаешь. Давай. Вот это у нас 15 уровня. А, 16 уже. Прекрасно. Сейчас еще и 17 будет. Так, ну-ка стой. Где у нас так? 16, 18, 17, 16, 16, 16, 17, 16. Прекрасно просто. Все. Все просто прекрасно. И ты у нас... А, ну да. Иди сюда тоже. Уитмон. А у тебя есть? У тебя... Да, хотя перемещение пространства есть. Давай Уитман. Или... Ну, можно и в Килдар. Какая нафиг разница? Блин! Тормоз. Давай тебя, короче, добьем до уровня. До следующего. Чтобы у нас не было таким тормозом. Давай. Ау. Все закончилось. Магия.
Ну давай, ладно, сюда зайдем. Блин, тебе надо магию земли хотя бы продвинутая, чтобы была у тебя. Уже бы было дело сейчас. Блин, а, ну давай. Вот так вот поменяемся. И на следующий день ты у нас тогда... Выпустим он. Выпустим, ладно. Поехали. И у нас еще в городах там построить девка тормозная, которая... Даже нафиг этот нету. Перемещений ни в пространстве, ничего. Тормозюковая девчонка самая-самая. Это вообще у нас 18-й, все уже. А, куда она пошла-то? Она у нас все уже знает, все везде. А, вот здесь она. Килдар. Так, девчонка в Килдар. Килдар. И туда, наверх. Вот сюда вот, да. Угу, угу. Ну-ка, откроем. Да, желаю пройти. Ай-яй. 18-й. Ну, дай-ка нам. Так, это у нас, да, до 18-го прокачается. Продвинутый поиск пути. Прекрасно. Ну и все. А, то же самое в Килдар. То же самое в Килдар. У всех такая одинаковая. Дын-дын-дын-дын. Никакого, твою мать, разнообразия. Никакого. И то же самое, блин, тут стоять и ждать. В очередь, сукины дети. Да? А, можно в этот... стой, сколько оно у нас? Оно у нас... О, оно у нас эксперт-интеллект. Давай-ка тогда вот так вот. Опс. Глотанем. Прекрасно. Глотанули. И теперь можем тогда уже вот, вот так хоп делать. И хоп. И вот так вот. Ну все, застряли. Встали, короче. Так, ты у нас 16-й. Я не понял. А, ты тоже у нас сейчас будешь до 17-го пробиваться. Сейчас все там загоните нафиг. Ну иди, тоже жди в очередь. Такая. В очередь. Сукины дети. Блин. Уволишь ли 30 монахов? Блин. Так, ладно. А, сохраним? Мешают эти монахи тормозные. Воу. А стоп. А у кого у нас там что-нибудь было веселое? Вот этих рядом, кто с ним стоял. Так, здесь сколько? Один? Здесь один. Блин, по одному. Ни у кого ничего веселого не было. Ну ладно, попробуем. А, слушай, так у них же нету к этой иммунитета, к магии-то. Ну-ка. Тык-тык-тык-тык-тык. И своих. А своих не повредил. Ну так, дошло. Ну он же пятерых, да? Да, да. Ну и все. Воу. Нет, все равно не повредили. Клево. Ну что берем? Денежки или опыт? Что она там, сколько ее опыта-то осталось? 48, 1500. Тысячи. Это чуть больше 1500, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что, берем? Деньги нужны построить гильдию магов. Да ладно, давай опыт набираемся. В том-то и суть, что, блин... ладно, возьмем. Так, давай сферу. Да, что-то не знаю. Ну, так вот я взял, да. А ты у нас... А ты-то у нас что тут зачем делаешь?
Нет, ну ты вот у нас, да, точно. Вот они, блин, ангелы-то, архангелы. 16 уровня. Так, и еще раз. Вот сюда вот. Одно знание. А, подожди, а девки что там? Не дошли ни та, ни та, да? Не та не дошла. Ладно. Этот у нас... Фу, он и так добежит, смотри. Здрасте. И обратно вернемся в Уитмон. Уитмон. Слушай, как скачут, как эти, блин. Мне нравится. Ну что, валим? Да валим. То же самое. Ну никакого разнообразия вообще, блин. Смотри, пумпс. Опс, вот и все. Тут какие стандартные армии, правда. Все очень-очень стандартненько. Так, у нее сейчас должен быть... Кто-то у нас какой-то там дятел сидит без продвинутой магии земли. Нет, нафиг вообще не нужен. Ну пошли. Сколько тебе? 17-й. А до 18-го тебе? Ух ты, 9000 до 18 уровня. А ты у нас... А что ты вообще у нас? Зачем? Вот у тебя 18 уровень-то твой тут. А сможешь ты? Ну-ка, стоп. 200? Да, сможешь. Да, сможешь. Вот твой 18 уровень. Трансом. Трансом. Ну, вот и твой 18 уровень здесь. Прекрасно. Так. А, да, следующий же день. Я думаю, господи, чего я, блин, тут это? А, ну ты уже отдал. Какого хрена ты тогда тут? У тебя какой уровень тоже? 17-й, да? Тоже 18 уровня. Блин, а в этот уже в трансом не попадет. А, только он и так добежит. Он и так добежит. Блин, полет. Ладно. О, по прямой. Просто молодец, красавец. Продвинутый магия воздуха. Ну, наконец-то, блин. Так, подожди. Ну, а почему в пространстве у нас... Так, давай-ка посмотрим, что у нас не отстроено. Так, четвертое отстроено. Так. А, четвертое. Давай, продай. Ой. Продаем до... Ух ты. Ай, господи, я думал, тут герой сидит. Так. Итак, четвертая магия. Магия четвертого уровня. Так, и пятый, да, должен быть пятый. Так, следующий тут. Тоже магия четвертого уровня. Так, тоже. Итак, раз, два, три. Сера. И один. Так, тоже четвертого уровня магию. Так, пятый, да, будет у нас. А что у нас тут появляется-то? Да. Третий, четвертый. Итак, следующий город. А, здесь уже и пятый. Здесь выше четвертого не поднимем. Тоже четвертый. Короче, денег уже не стало. Ну-ка, давай посмотрим. Что мы можем наменять-то? Ну ладно, так, давай следующий день. Да, потому что ничего не наменяем сейчас уже. Все, 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 все. Да, надо было деньги брать там. Так, этот 18 уровня стал у нас... А, денежку, давай денежку возьмем. Ну, а что нет-то? Конечно, возьмем. А где-то сад еще тут был, откровение. Ну-ка давай в этот кондент.
Город Кандент. Давай. Тоже что-нибудь. И ты у нас с артефактами, да, парень, давай. Давай, 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 давай. 7000 тебе. А что ты у нас? Корона полторы. Я забыл, что-то у нас тут. О, это 3. Ну, это кристалл дает. Не-не-не-не-не. Кристаллы не отдадим. О, все 4 основных навыка. 6000. Фу, завалили. Да, продвинутый эксперт. Поиска пути. И до следующего уровня 9. А следующий уровень у нас 18. Да, следующий уровень. Блин. Нет. Ну что, поменяем на кристаллы. Следующий уровень-то. Вот только мне интересно. У нас добивается, будет добиваться. Это у нас 16 уровня. Ну просто до 17 там проще будет. На кристаллы поменять. Вот здесь вот. Да, 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 да. То есть изумруды. Короче, 10 тысяч будет стоить. Давай вот сюда вот Килдар. Город. Ты у нас так и не стал, блин. Зараза. Экспертом. Спать. И ты последний. Давай, 6000 тебе, да? Да давай, фигарь. Это что у нас повышает атаку и защиту? Сколько? Блин, 1000. А этот? 3. Ну давай, ладно, все. Эксперт. И все, 8000 у нас до следующего. А что он у нас? Он у нас 17-го. Так, здесь был? Нет, вот он у нас как раз. Он у нас. И вот ты проделай до 18 уровня. Прекрасно. Все, эксперт. Все, всех засандалил. А, что ты у нас не взял-то? Взял кристаллики. Угу. А, туда у нас, туда. Килдар. Ты где, зараза, блин. Иди, ладно, в Килдар. Пешочком ходишь. Блин, что не перелетел? Ладно, фиг с ним. Так, что у нас прибавилось? Ух ты, денег-то сколько сразу прибавилось. Прекрасно. Так, а, здесь мы все построили. Так. Я забыл, где мы еще. Ну ладно, давай начнем с самых. 5-го, да? 5-й. Ага. Так, здесь есть 5-й. Здесь у нас. А, здесь 4-й я хотел уровень построить, да? Посмотреть. Да ладно, давай, отстраивай. Господи, господи. Что даст опять? Городской портал? Да, городской портал. Ответный удар, да. Ну, что поделать? Везде, ну, везде городской портал там. Ну, что ж теперь? Так, это 5-й. Все. Это понятно. Эти оба построены. Здесь тоже 4-й. Да давай, ладно. Городской портал, да фиг с ним. Городской портал, значит, городской портал. Ага. Так. 4-й уровень. Так, отлично. Итак, больше ничего нигде не поставил. Опять городской портал, да? Нет хождения по воде. Так, а у кого у нас там нет хождения по воде? Сейчас-то вот мы и проверим. Так, вот ты девка, ну давай, ты меня вообще бесишь. Знания тебе, да. А, ты у нас все равно там. Ладно. Так, Долгбироу. Так, Долгбироу. Давай. Ник,
ничего у тебя нету там. Да потому что, блин, у нас не можешь 5. А, продвинутая мудрость, ну, 4 может еще. О. А тут даже 3 нету. Это эпическая сила. Ну ладно. Не посещено. И сюда. И тоже. Так, посетила. Прекрасно. Да все. Ты у нас... Какой уровень-то у нас? Да, ты 18-й священник. А вот мне интересно. Так, ты у нас сколько до 18-го-то? До следующего 10 тысяч. А вот интересно. Там ты сможешь? Подожди. Ага, вот это дерево. А дерево у нас... ну давай, ладно, сюда. Хайкастл. Девчонка, давай в Хайкастл. Так, засядь пока в Хайкастле. Слушай, тут... нету. Да все, ты все прошла. Так что тебе больше ловить нечего. Хождение по воде, это, блин, клево. Одно знание. Так, и давай в Килдарзаса засела, да? А, слушай, вот и была у нас под землей. Это, ну-ка, стой, давай посмотрим. Тут вдруг тоже не было. Была. Так, была. Все, все были под землей. Все были. Так, и... Ну, давай, Килдар. Килдар. О! Кстати. Не. Что у нас дешевле-то? Полет дешевле. 3. И назад. Ай, не вернется. Так, в Килдар. Больше нигде у нас ничего нельзя взять этих-то. Каких-нибудь. Нет. Так, и назад тогда в Килдар, да? Угу. Килдар. Сиди. Кури. Ты у нас... А, вот я забыл, ты у нас что шляешься. Ты у нас уже 18 уровня. Я забыл, что ты шляешься. Ты же у нас везде был. Да. Ты у нас вообще... Кристиан. А, наверху, господи. Килдар. Угу. Килдар. И пошел наверх. И, блин, я говорю, опять он у нас летчик, пролетчик, блин. Да, ну ладно, хотя бы так. Иди пешком ходи. Девка. Сфера запрещения. Это я забыл, что она дает-то. Любые заклинания во время сражений предотвращает. Вау. 16. А, Саня. А ты что у нас там? 48, 251. Так, иди-ка ты, Санечка. Санечка. В Хайкастл, да? Иди-ка ты в Хайкастл. И иди-ка ты сейчас у нас... Это у нас Безда. Хватит тебе вон 4 этих ангелов. Да. Иди продай. Купи, продай. Попробуй загнать, да? Может, ты у нас повысишь уровень. Сколько она стоит? 6000. Воу. Ну-ка, давай ее. Эксперт. Ай, продвинутое имущество будет давать 250. Да, давай эксперт лучше магии. 3000. Так, 1000. О, вообще 6. Пум-пум-пум-пум-пум. 1000. Блин. Ну чё, это у нас повышает знание и силу магии. Давай, нафиг. Да потому что эти два никак. Продвинутая магия огня. Всё. И какого она у нас уровня-то? 18-го? Слушай, интересно. Не посещено. Во, вот сейчас-то я и про... О, вот сейчас-то я и прозондирую. Сможет ли... Так, а этот у нас был 17-го. Да. Вот сейчас я прозондирую вообще...
выше 18-го они. Приходи, когда сможешь мне заплатить. Ай ты, тут ты, блин. Денег нету. А, бабла нет. Да, все продал нафиг. Ну ладно. Да все равно. А вот это что за глюк? Вы видели? Это как так? Подожди. Стоп. Это что был за глюк? Я даже испугался, думал, блин, сейчас героя потеряешь. Ничего себе. А как это? Опа. Это ты контент. Ничего себе. Да ты там не был? Ну, это вообще не интересно. Вот это был глюк. Прикольный. Так, ну ладно. Ладно, ребята, давайте еще. Ай, осталось нам совсем, да, там чуть-чуть. Так, у этого денег нету. Тупо. Так, этот у нас вообще тупит. А у него нету эксперта на основной магии земли. Он у нас 17-18 уровень. Ему не пробить. Посещено. А сколько ему до 18-го-то? Блин, 9000, не знаю. Столько уже артефактов нету. Только биться ему, если. Биться. Под землей-то он был? Да, под землей был, все посетил. Да. Короче, чуваку только биться. Вот здесь вот, а осталось тут всего-то одни ворота. То есть тут даже битва... ну вон еще... Да, можно. Можно еще пробить-то. Да. Кстати, очень даже неплохо можно пробиться. Он у нас... Стоп. А, нет. Ну, давай. Твою мать. Короче. Сиди, кури бамбук. Все. Этот сидит, этот тоже, у него магии нету, ему надо, блин, или в колодец дойти. Все, магия закончилась, все закончилось. Короче, или в колодец, или... Нет, пусть сидит, сейчас у него на следующий день там возобновится магия. Все, ребята, приглашаю вас, как всегда, в очередной раз на сайт heroesportal.net. Заходите, общайтесь, узнавайте много-много информации по нашим любимым героям меча и магии. Также... Общайтесь в форуме, скачивайте карты, участвуйте в турнирах и получайте много-много удовольствия. В следующий раз, я думаю, мы с вами все уже добьем. Герои у нас все прокачаны. Вот. Ну и я вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Очень важно это для продвижения канала, для его развития. Вот. Очень надеюсь, что вам все нравится, что происходит у меня на канале. Ну давайте, пока-пока.